Учитывать разнообразие видов спорта и пожелания камчатцев при строительстве стадиона «Спартак» порекомендовал заместитель председателя правительства РФ, полпред президента ДВФО Юрий Трутнев в ходе выездного совещания. Вместе с главой Камчатки Владимиром Солодовым и в РИО министра спорта Константином Хмелевским он осмотрел строящиеся в центре Петропавловска объекты будущего спорткомплекса. Я еще вас хочу попросить. Деньги мы действительно выделили, с удовольствием это сделали, но надо помогать развиваться Петропавловскому и Камчатскому. Но надо, чтобы эти деньги были не просто формально. Вот есть поле, есть там асфальт, дай бог, что сверху нормальное покрытие будет. А дальше ни в чем себе не отказывайте, потому что разные люди любят разные виды спорта. Надо создать все возможные возможности для того, чтобы как можно больше людей сюда приходило, не только там на футбольные матчи, чтобы была возможность заниматься совершенно разными видами. Надо просто покопаться во всем, что сейчас интересно. Юрий Трутнев также обратил внимание на то, что необходимо обязательно опираться на мнение и пожелания жителей Камчатки. Камчатка – это же особый регион. Здесь есть такие особые традиции. Люди здесь замечательно вокруг вулкана объезжают. У них тоже своя есть подготовка, свое отношение к спорту. Здесь можно очень красивый такой серьезный создать центр. Но с ними надо разговаривать, надо говорить о том, что им нужно учитывать это вот здесь. Вот тогда будет здорово. Тогда мы будем понимать, что мы деньги потратили не просто так, а пользу людям принесли. В РИО губернатора Камчатки Владимир Солодов отметил, что такая работа уже ведется. Я сам запустил уже голосование среди жителей, что здесь сделать. Вот оно идет сейчас, то, что мы сможем сейчас учесть. Ну, понятно, уже завершающая стадия, но все равно постараемся учесть. И для меня очень важно именно жителей вовлечь в проектирование городской среды. На встрече также была представитель общественного объединения «Ключ», которая активно участвует в развитии и преображении краевой столицы, Алена Самойленко. У нас в городе достаточное количество активных жителей, которые хотят вложить свои силы в развитие и преобразование. У нас сейчас создано общественное объединение «Ключ», которое вместе с агентством стратегических инициатив занимается как раз концептуальным развитием видения, как может быть благоустроен Петропавловск-Камчатский, как он может стать красивым, комфортным, удобным городом, в котором хочется жить. Чтобы мы никогда больше не слышали вот эту фразу «из этого города нужно уехать», потому что этот город на самом деле и этот край – это бриллиант. И что мы делаем сейчас? Мы вовлекаем жителей в то, чтобы они говорили и участвовали как раз в том самом соучаствующем проектировании, который создает город таким, каким хотят его видеть жители. Юрий Трутнев добавил, что очень важно, чтобы спортивный комплекс понравился всем камчатцам. Доработайте все. Вот у нас же инструмент финансирования достаточно гибкий. Мы собираемся вместе с вами, с главами регионов и принимаем общее решение. Доработайте, потребуются дополнительные деньги, мы вам их выделим. Напомним, что строительство стадиона «Спартак» в Петропавловске должно завершиться в начале сентября этого года.